новый. Слава Богу, что сегодня день воскресный. Мы можем через день от работы прийти, поклониться Богу. Кто скажет аминь? Знаете, это большая радость, что мы можем собираться вокруг Христа и Его Слова. Потому что это нас укрепляет, это нас вдохновляет, это нас ободряет. Аминь? Хорошо. Давайте будем вместе петь, молиться, слышать Слово Божие. Мы Господь нас сегодня благословит. Церковь, по всему лицу земли, мы не маленькая группа в этом
по месту мажусь. У нас много на каждом километре, в каждом городе. И мы одна твоя Христова церковь. Слава, слава тебе, Господь, за все, что ты сделал, ты великий чудный Бог. И пусть радость Духа Святого будет в нашем сердце сегодня. Это служение мы посвящаем тебе. Ты достоин славы во имя Иисуса Христа и все вместе с Гагом. Аминь, аминь. Пусть Господь нас благословит сегодня. Yeah.
Thank you.
все это доверяем Тебе. Мы верим, что наша судьба от Господа. И мы просто доверяем Тебе каждый шаг нашей жизни. Веди нас туда, куда Ты хочешь. Делай с нами то, что Ты задумал сделать. Пусть мы выполним ту миссию, то высокое предназначение, которое Ты определил для каждого из нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, окружи нас Словом Твоим, истиной Твоей, благодатью Твоей. Дай нам Твой покров, дай нам видение, дай нам видение Тебе, дай нам откровение Тебе, Дух Святой, мы в Твоем присутствии, в Твоих руках. Доверяем Тебе нашу жизнь.
мире мне хочется учить, тем лучше, чем у папы мне места не найти. Он книжки нам читает и песенки поет. Он маме помогает не доставлять хлопот. У папы много ласки и к маме, и ко мне. Когда закроет глазки, порой храпит во сне. Хочу спросить Иисуса, чтоб он его хранил. И много-много силы бабуле подарил, чтоб он не уставая заботился о нас. Как хорошо, что папа сегодня есть у нас. Мой папа веселый, настойчивый и честный. С ним книжки читать и играть интересно. И скучно без папы на санках кажаться. Никто не умеет так громко смеяться. Его оружие и кипы, мой папочка, милый, я тебя так люблю. Ты сам заботливый, сам родной, ты лучший, ты добрый, и ты только мой. Меня мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух со мною был, как ночью, так и днем, чтоб я хорошая была, молилась я Христу, и чтоб за Господом пошла, как только подрасту. Спасибо скажу и послушайте земную подарку.
Потому что вот как хотите, но если, не дай, конечно, Господь,
происходит. Но на меня, ну, вот эти христианские, я ходила, думаю, можно? Я говорю, давай патриотическую песню на завтра. А, ну да, разве можно в церкви патриотическую? Я говорю, я себе думаю, ну если на меня нападут, братья, я, конечно, смиренная христианка, но я буду кричать «спасите». И я буду очень рада, если кто-то придет спасать и защищать. И у меня в жизни вот несколько таких ситуаций было, когда десантники на Дальнем Востоке в Ванино праздновали свой великий праздник. И они так били другого человека, что я чуть-чуть, и все испугались, остановка, все такие раз, ну, а я такая защитница. И, в общем, я подняла крик, но когда на меня, конечно, наверное, это был игрушечный пистолет, но направили вот так вот один из десантников пистолет, знаете, что я сделала? Коля! И тут Коля начал почем, ребята, откуда все дела разошли? Или когда на Киевском вокзале. Еще те времена, когда эти валютчики. И вот кто-то там кричит, держите его, и мимо меня этот бежит. И я его раз. А там же целая сеть. И этот так на меня. Я такая была рада, что между нами стал кто? А вот уже здесь в дедовске была ситуация, когда Коли-то и не было. Один любящий алкоголик бил свою любимую алкоголичку. И она такая синяя бежит уже и орет, помогите. А идем только мы с Галей. Ну, думаю, раз помогите, надо помогать. Ну, чем мы можем помогать? Я начинаю кричать, доставать телефон, даже позвонила, а мне говорят адрес. А я не знаю, какая это улица. Ну, в общем, мне сказали, узнайте улицу, перезвоните. Но тут навстречу шел такой очень нерусский мужчина, но очень такой накачанный, чистенький, голубенький спортивный костюмчик. Только с тренировочки такой причесанный. И он прошел мимо. Не те женщины, которые... Он посмотрел, нет, такого защищать не буду. И пошел дальше. Пришлось нам Гали дальше защищать. Мы говорим, беги, мы прикроем. Так вот, братья, вы-то защитники, понимаете? Конечно, у нас ассоциация с армией, поэтому я вчера за Колей ходила и говорю, Коль, что там в армии делают, чему вас там учат. Он говорит, ну, тактическая, огневая подготовка. Я говорю, я знаю только строевую, это она в бою пригодится. Он говорит, нет. Но тут как бы мы вам ничего такого организовать не можем. И нам всем кажется, что строевая подготовка это какая-то ерунда. Поэтому вот все парни, мальчики, которые сыновья, я бы хотела, чтобы мы как бы посмотрели, нужна строевая подготовка. Либо не нужна. Выйдите, пожалуйста, на сцену. Все допризывники. Допризывники, давайте. Кто еще в армии не был? Кто в армии не был, сыновья все выходят. Давайте, давайте. О, папа подскажет. Спинку, спинку. Давай, давай, давай. Я вчера на своих девочек как тренировалась. Я а что, там у плотников нет никого, что ли? Витя? Давай, давай, уже. Что уже? Что? Давай, давай, призывники тоже. И те, кто не воюет, не служил. Давайте, давайте, посмотрим. Давайте, Ваня, давай, давай. Давай, вперед, смело. И те, кто от армии откосил, тоже давайте. Парни, не беспокойтесь. Я вчера это все тренировала на своих дочках. Они у меня все это построение проходили. Гладышка себе возьми, пожалуйста, а пока мамка. Ну, вообще-то, по-русски, да, немножечко так. Команда дается протяжно, я вчера в интернете читала. Разговорчики в строю. Да, ну ведь. Да, нет. Смело! Направо! Налево! Кругом! На месте!
Шагом гост, а царь. Вольно. Кругом. На первый, второй, рассчитайся. Первый. Шеренгу по два. Становись. Шеренгу по два, становись. Шеренгу по два, становись. Разговорчик. Направо. Нам здесь дислокации шагу больше. На место дислокации. Шагом. Вот. Братья слушавшие, вы как оцениваете? Я думаю, что-то неправильно написала. Да нет, не надо. Отлично. А есть слушавшие братья, которые могут показать мастер-класс? Мне так вчера муж сказал, ведь целый день говорил. Я уже забыл. Вот я, видишь, какие команды понаписывала. Тогда еще команда. Давай, все братья, кто служили, ну-ка здесь. А? Коля сказал, что он один служил в армии. О! А еще кто? Родина под замком называется. А вот новый брат, вы тоже не служили, нет? Просто я хочу обратить на них внимание. Так, а у нас что-то из этой команды из Кочегарки. Ну, не слушайте. Я думаю, что вы Кочегарки. Я снимаю. Ты что? Давай, Чернов, кто это строит? Сергей, ты служил? Я была уверена, что Петя служил, Виталик служил, ну я за своего мужа тоже знаю. Но вот те, которые служили, это было какое-то время реальная армия, действующая. И если бы они на нас когда-то напали, то они бы все были те, кто первым их встретили. И это правда. Брестская крепость, я не знаю, но это были бы те, кто были реальной армией в нашей жизни, женщин. Отделение, стоясь, равняясь, отставить. Вырвали все носочки по первому. Равняясь, отставить. Лекс Чернов, ты не равняешься. Наряд не очереди. Отделение, равняясь, смирно. Равняя на женщин, отставить. Давайте еще раз. Рез смирно. Далее. Пум. Отставить. Далее. Пум. Круг. Гом. Управлёжа. Принять. Давайте выполняйте команду командира. Отставить. Не резко. Не секунды. Чтобы принять управлёжа. Управлёжа. Принять. Раз, два. Отставить. Это Чернова.
Еще раз сделаем. Чернов еще раз один наряд не очень. А что вы хотели? Аппаратор, привет! На один раз руки сгинаем, на два выгинаем. Делай раз, два, раз, два. Становись. И теперь покажем, как описываем шагом. Давайте вы немножко это друг другу не мешайте. На пол локтя. Разойдись на пол локтя. На месте. Шагом. Марш! Так, ну руки плохо мы поднимаем. Затылки уже как. Ноги тоже не поднимаем. Флекс, понятно. Третий наряд. Стой! Разойдись. Спасибо. А кто из вас может вот
Давайте, Катюша, опять иди к победу. Все. Раз. Итак, Кочегана готова. Плотники, вы готовы? Все. Плотники начинают. Плотники, пожалуйста, встаньте. Песню. Запись. Майки. Раз, два. Дошкольники тоже такое решают.
Во-первых, никто из них не написал условия. Здесь не надо. Надо? Встала? Как все усложнили? У нас все было проще. А кто из братьев сейчас сядьте, пожалуйста, устно решит следующую задачу. Коля молчит. Галя, включи следующее условие. Все, все вместе думай. Трех ящиков 42 килограмма овощей. Первых двух вместе 27 килограмм. Сколько килограмм овощей в первом ящике? Если во втором, то 4 килограмма меньше, чем в третьем. Кто первый, папа или мама решил? Если вы знаете, давайте руку, не кричите просто. 11-16. Кто сказал? Кто сказал? Руку я спросил. Рома? Где Рома? Рома не считается. Он не Петя и не Вася. А он Рома. Братья, это второй класс, третичек. Я знаю. Согласен? Хорошо. Скажи, какие действия делал? За X принимаешь один, за X. Во втором классе X не проходит. Сначала на X в третьем. Правильно. Галя, высвечивай. И сколько в третьем? Итак, сначала мы от общего числа отнимаем первый, второй ящик, у нас остается третий. Потом от третьего отнимаем то, насколько меньше во втором. И потом остаток это первый. Ну вот так ваши дети в школе мучаются. И иксов не взят, до четвертого класса никаких иксов. Все, вот здесь что-то должно произойти. Хорошо. И последнее у нас что? Последнее, да? Все. Это уже будет серьезный конкурс. Задача, ну, правильно, но неправильно. Задачу, в принципе, вторую решил Рыбачок. Правда, сексу? Итак, сейчас будут высвечиваться библейские имена. По какому-то принципу они объединены. Поэтому вам надо будет ответить, почему. А одно будет лишнее. Вам надо будет убрать лишнее имя. Ну и объяснить, почему эти остаются, а тот ушел. Понятно? Все, Галь, давай. Ахав. Ну, мы будем смотреть, чья команда. Ахав. Все, там Сергей. Правильно. Вася, да? Кочегара. Петя один. Дальше. Исаия, Иеремия, Даниил, Иза. Сергей. Даниил кто? Тима. Все, все, есть. Большие пророки на букву И, на Даниил уже маленький пошел. Серега, ты как был близко? Дальше, Галь. Раав, Вамаль, Елисавета, Рут. Сергей. Сергей? Не попадаешь? Все, Вася. Еще? Галь. Елизавета. Женщина из родословия Иисуса Христа. Да, Елизавета. Дальше. Это жена Захария. Так, Варфоломей, Асир, Нефалим, Иуда. Вот это попал. Асира убирает. Асира убирает. Асира, почему? Дальше. Потому что это не колесо. Все, сюда. Варфоломей, он да, не из 12. Асир, Нефалим, Иуда, это сыновья Иакова, а Варфоломей ученик. Подсказка есть. Какая подсказка? Не, 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 Витя? Что не имел? Военачальник. А остальные? А остальные что? Кто не Иман? А
это не имя. Раз. Три книги Библии, а имени. Два. Ну, близко, хорошо, принимай. Участники восстановления храма в Иерусалиме. Ну, нет, правильно принимай. Девочки, вы пишете, эти братья правильно. Хорошо, дальше. Я? Так, Миша, или кто? Сережа, кто сказал? Лука, почему? Не знаю, почему. Хорошо, пожалуйста, Лебедев. Да. Лука, ну, по крайней мере, не апостол Иисуса Христа. При Иисусе Христе было другие две. Так, давайте. Числа, Паралипоменон, Левит, Исход. Чего? Одна поднять Лебедев. Сюда иди. Это не пяти книжек. Хорошо. Книги написаны мне. Еще какие? Женщины. Хорошо. Все, давайте по организованию. Руку мне как-то нет. А то здесь вы, если знаете, говорите, не понимаете. Ну, сейчас это сцена для братьев баптистов. Все братья баптисты согласны? И Петя, и Вася. Наоборот, Дивора лично, потому что она судья. Она была не судья, она была правительство. Ну давай. Илия, Елисей и Дивора – это пророки Израиля, не писавшие послания. Сама придумала. А я знаю, что вы надеетесь. А что, есть послания от Елисея? Нет, это те, которые не писали. А послания от Елисея? А Елисей написал. А послания от Елисея? Ну, книги. Давай дальше. Ой-ой. Ну, говорите! Чего? 66 дней всего. 27 новый завет. Вот. И последний еще, не еще. Все, это последний. Хорошо. Или Гедеон, Самуил, Самсон. Чего? Хорошо. И последний, да? Обеспечитель, священник, защитник, мужчина. Мужчина, обеспечитель. Его, правильно, вот мудрый. Все мужчины, защитники, священники, обеспечители. Ну и т.д. И просто красавцы. Дорогие братья, на этом мы как бы официальную часть заканчиваем. Желаю вам сердце быть защитниками. Но дай Бог, чтобы вам не приходилось никого защищать, чтобы жен защищала целомудрие, чтобы ваши дома были защищены и обеспечены Богом. Но в сердце своем вы всегда должны быть готовы встать за правду, за правое дело, даже если это возможно придется пострадать. А победу одержал Господь, потому что Он умер на кресте. А победу одержал.